Ребята, привет, с вами Игнат. Добрался я до Юсуповского парка, до Юсуповского дворца. На улице, конечно, уже сумерки. Я очень долго шел гулял, но надеюсь, хоть что-то сейчас выжить. Последние кадры из последнего света. Ладно, все, начинаем, пойдем смотреть Юсуповский парк. Ну и, ребята, давайте начнем, пока еще не сильно стемнело. С пруда. Уточки он. Посмотрим уточек. Я в этом месте первый раз, ребят. Помните, я вам показывал в одном из влогов красивую там деревянную входную дверь. Прям все деревянное красивое. Это, короче, вот с той стороны мы шли, когда я шел, влог снимал на... Господи, мне скажите, на Новую Голландию. Мы шли вдоль по каналу, и потом... А, ролик есть на канале. Я вам показывал этот дворец с той стороны. В общем, вот какой он с этой стороны. Я так понимаю, что здесь вот прям, видите? И вот какой из них как дворец. Какой не дворец, непонятно. Ну, наверное, вот это прям углом дворец. Ребята, кто знает, отпишитесь в комментариях, кто здесь был. Потому что я говорю, я вообще случайно. Я когда снимал... Да, вот как раз когда я по каналам шел, я потом снял там церковь-то, над которой красиво полетал. И шел потом на Сенную площадь на остановку, и я увидел, что здесь есть какой-то парк. Я первый раз шел по этой улице. Я, конечно, подофигел. Думал, что надо сюда вернуться, но я не думал, что вот я вернусь, еще даже здесь что-то желтое будет. Но нам повезло, ребят. Вон какой тут флигелевчик или что это, я даже не знаю, как это назвать. И вот она, эта часть парка. Ну, в принципе, вот видите, где светящиеся окна, тут уже, наверное, и заканчивается. Да, не наверное, а 100% вон уже дома. Территория парка. Тоже, видите, все посыпано вот этой вот. И вода вот, и гранитная крошка, все посыпано. Все по-человечески сделано. Конечно, я думаю, что на монтаже уже будет рябь. Ну да ладно, все равно мы с вами в этом году, может быть, я сюда еще зимой вернусь, посмотрим, как тут зимой. Я думаю, что вот когда выпадет снег и все такие деревья будут морозные, замороженные, тут, наверное, тоже очень красиво, да, если еще и солнышко будет. Сейчас будем разглядывать, ребят, дворец поблизости. Вон сколько листиков, листики здесь не собирает, не убирает, ну, может быть, и убирает, но тут уже свежие. Партия нападала. Так, и давайте смотреть, что там в этом дворце. С той стороны, по-моему, написано, что это какой-то дом пионеров. Или клуб, не помню я, короче, ну какая-то вывеска, что-то такое. Какое там крыльцо. Так, надо идти туда, пока еще не сильно стемнело. Наверху он горит свет. Осенний такой. И ива вот нам в кадр попалась. Тут прям такие островочки. Наверное, видите, вот, допустим, я приближу. Это же все, наверное, искусственно. И вообще, откуда здесь вода в центре города, если так-то разобраться? Странно, да? Так, я только что сейчас подумал, что это откуда-то искусственное, что ли? Ну, наверное, же берется из этих, из истоков. Вон, видите, какое небо у нас сегодня. Было нормально, и пришли тучи. И вот мне очень интересно. Вот это вот насыпная горка. Это им, чтобы они игрались, а насыпали эту горку, наверное. Мост там вон какой.
Тут вон, ребята, видите, скамейки. Можно сидеть прям с видом на пруд. И любоваться. Ребята, происходит кормление. Дерутся прям. Вот он, ребята, этот дворец поближе. У него такая лестница большая. Да, конечно, им тут шикарно было посреди города в таком дворце жить. Люди-то в квартирках тоже жили. А они во дворце, да еще с таким прудом ходили. Да, мне кажется, что цари-то скромнее жили у них. Вон дворец, ну не скромнее, но у них не было такого пруда. Наверное, цари сюда приезжали к ним на балы и завидовали. Им думали, сволочи, нам бы так. Вот, ребята, я стою как раз. Видите, как они выходили, вот такой вот вид у них был. Наверное, что вот эти дома уже были. Ну, хотя это в начале 20 века вот это все могло построиться. Ну, я думаю, у них тогда вид был не хуже. Синая площадь, это ж что, считай, самый центр. О, а что тут, розы до сих пор еще цветут? Ну-ка. А войну, наверное, здесь тоже огороды какие-то были. Тоже что-то, наверное, выращивали. Смотрите, ребят, вот крыльцо. Я думал, что я прям сверху сниму крыльца, но тут, видите, он... Короче, это строительное, скотч строительный натянут. Но уже, вы видите, стало гораздо веселей. Потому что, па-бам, включили фонари. Так что мы сейчас, и тот дворец, который вот вон там, сейчас мы тоже разглядим, я думаю. Фонари все ярче, ярче. О, так вообще в парке хорошо становится. Вот, ребята, смотрите, крыльцо, дворец, а тут смотрите, что ба-бам, ба-бам, ба-бам. Видите, под крыльцом тоже окна. Что там было? Кухня, может, прачки какие-нибудь, да, были, видите? Ну, шифером заделаны окна. И тут, если посмотреть от этих окон, видите, и, ну, вот сюда вот идем. Большие какие окна, там, я не знаю, наверное, какой-то спортивный зал сейчас. А раньше, может, это был бальный зал? Смотрите, вот там, если вот туда приблизить. Видите, там как наверху ходит. Господи, там какая-то сетка совковая. А ну-ка, в этих окнах что? Ну да, это спортзал. А раньше он мячик играет. А раньше это, наверное, были эти балы здесь. И вот, ребята, еще к одному корпусу я подошел. Вот. Сейчас приближу. Да, я говорю, думаю, что у нас таврически, а здесь вот такой вот юсуповский. Я, кстати, недавно подписчица написала таврический, таврика, таврида. Наверное, это все связано. И так здесь все изрыто, изрыто, изрыто. Видите, как пруды, островочки, прудочки. И все гранитом выложено. Видите, все острова гранитом выложены. И вот спуск к воде. Спуск к воде тоже гранитный. Так, 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 так. Это, ребят, оказывается вообще за забором, и вообще это к этому отношения не имеет, так что это не считается. Я думал, тоже какой-то дворец, а, по-моему, здесь вообще какая-то шарага есть. И вот это она, наверное, и есть. А дворец, это все правильно, мы с вами видели дворец. Вот, посмотрите еще, какие тут, этот мостик, как отсюда смотрится, мы с вами оттуда его видели. Ну вот, лестница есть на... подъем. Слушайте, у них там дверь, что ли, там в грот в какой-то есть. Сейчас подойдем, посмотрим, что там. Подъем наверх есть.
Наделали горок себе они всяких, игрались. Вот, ребята, сверху эта лестница. Может, это какое-то вообще бомбоубежище здесь сделали. Вот он, вход. Я не знаю, что там. Если кто-то из вас знает, так пишите в комментариях. Ну, все, в принципе, мы круг прошли. И еще единственное, я хотел показать, что вот с этого мостика вы попадаете. Похоже, вот на такой остров вы попадаете. Там прям островочек. И гуляете, уточек кормите. Красота. И наверх я тоже не залезть не мог. В общем, ребят, вот я наверху этой лестницы. Сейчас покажу вам парк. Отсюда хороший вид, правда, на парк открывается. Вот, видите? И самый прикол, смотрите, вот прям реально здесь как это балкон. Он что, изначально так и был? Вот выступ такой. Это, наверное, какой-то погреб, может, для хранения продуктов у них там был. Типа ледника, может. И вот отсюда видно это, что вот это вот остров. Ребят, все, прогулялись мы с вами по Исуповскому парку. Ну, месяц я хотел, вот это микрофон. Месяц я хотел сюда дойти, все не было погоды, наконец-то дошел. Еще без снега. Нам даже повезло, мы увидели и осень, и увидели сумерки, увидели фонари. Всю красоту Питера посмотрели. Все, буду я с вами на этом прощаться. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на каналы, на этот основной, на влоговый канал. Есть Яндекс.Дзен. В Яндекс.Дзене будут фотографии с этого места. И посмотрите фоточки, почитайте, что я там написал. Все, я с вами прощаюсь. Лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока.